тренером, представителем, надеюсь, что есть инструкторы. Внимание спортсменов, построиться на татами. С той стороны берешь. Что в майском межрегиональном турнире на третьем кубке Федерации у нас
повторяю, форма только белого цвета. Значит, спортсменам, у которых нет стилевой формы, будет вынесено предупреждение. То есть им уже по ходу поединка нельзя будет нарушать правила, иначе они будут дисквалифицированы. На ноги щиты, ракушка одевается под штаны. За нарушение экипировки также будут вноситься суровые предупреждения. Это все делается для того, чтобы у нас был порядок. Потому что когда будут соревнования с привлечением на выезде, либо с участием представителей других организаций, мы должны показывать наш уровень подготовки, нашу дисциплину и так далее. В том числе не проверять на суд во время построения и внимательно слушать. Значит, шлем, жилет, перчатки. Это все будет выдаваться, вся экипировка. Поэтому, еще раз повторяю, из своей экипировки у вас только щитки и ракушка. Все это одевается по форме. Капа по желанию. Все нательные украшения, веревки, цепочки, кольца, серьги, майки. Все это нужно будет снять. Форма, вернее, майка разрешается только девочкам. Куда дальше? Погоди. Представляем судейскую бригаду. Рефери на татами. Симатин Евгений, второй дан. Дудко Олег, второй дан. Также наши боковые судьи-стажеры, победители и призеры соревнований различного уровня, в том числе всероссийских, поэтому могут отличить правду от вымысла, поскольку знают правила глазного арена. Значит, спортсмен, которого называют первым, находится слева от судейского столика, одевает красный жилет. Спортсмен, которого называют вторым, находится с другой стороны, одевает белый жилет. Кругом. Шагом марш. Так, готовится первая категория. Кого называем, подходит к судейскому столику. Золотарев Артемий, Латыпов Денис, Пивар Дмитрий, Романов Камир, Зимин Владимир. Остальные спортсмены могут пока присесть и
хочу. Я бы. Шевчук Артем, второе место.